Так, начало видео. Ребята, возможно, я иду на стрелку с нефором. Или же, не знаю, блядь, с офником, короче. Сейчас вы будете все видеть, просто наблюдаем. Просто пиздец. Я только думал, о чем записать видео, и теперь я иду просто разбираться с типом, у которого девушка тупая пизда, и он типа меня вызвал поговорить. Взял вот я банан, так что удачи, погнали. Так, ребят, на часах 12 ночи, очень красивая погода, и я сейчас иду на разборке. Меня, короче, вызвал чел, который будет сейчас типа со мной говорить за свою девушку, блядь, которая мне сама написывает. Сейчас просто надеюсь, все обойдется нормально, но из-за того, что я нормально начал заниматься ютубом, я сейчас возьму просто так, ну вот, типа скейт-парк. И я пришел раньше, потому что я хочу поставить камеру где-то и просто все заснять. Если начнется драка, это будет контент. Если меня отпиздит, он придет с друзьями, так что мне будет похуй, потому что я все заснял на видео. А какая погода! Вау, красиво, так красиво, пиздец. Так, ребят, сейчас будет полная жесть. Так, я, короче, иду сразу. Так-то, короче говоря, мы типа как старые знакомые, поэтому сначала не было никакого конфликта, мы даже говорили, смеялись и просто были на позитиве. Короче, разговор сначала шел нормально. Короче, Вова, ебаный рот, твоя девка сама мне пишет. Твоя девка сама мне пишет, у меня есть все, блядь, у меня есть все. Блядь, в телеграме, у нас, сука, блядь, яка мне хуй разница, тип, ты понимаешь? А че ты не заблокируешь, блядь? Бо-бо... В смысле, блядь? Ну... Блядь, як це я їй кажу? Алло, тебе є типа парень. Нахуй ти мені пишеш? Ти зараз прийшов і що? І що ти хочеш? Що ти хочеш? Ти хотів побазарити? Ну да, я хочу тобі побазарити, чи ти нахуй не заблокував, блядь? Блядь, ну ти чо? А чо вона мене не заблокувала? Якого хуя? Бо це моя киса, блядь. Хто? Це моя дівчинка, блядь. Твоя дівчинка, хуєвочка, блядь. Типа, блядь, ты за реально пизды получишь, нахуй, за такие базары. Тут я просто подумал, что это типа как шутка, и даже, ну, это было смешно. Даже смешно слышно. Блядь, ты не понял, нахуй? Я хорошо, я тебя понял, блядь, пизда, нахуй. Короче, типа, ты меня вызвал поговорить, нормально поговорить, и кажешь, я зараз получу пизды, да? Ну, бы нахуй ты мой девчонке пишешь, блядь. Не понял, нахуй. Какого ты хуя ты, блядь, снимаешь, нахуй? Чё, охуел? Блядь, це таке, блядь, це просто я думал, нахуй, ну, если ты придешь, типа, Степавы, понял? Так, короче, как если что, мы порешали, да? Нет? Ну давай, блядь, съебався, пока что. Ты шо, сука, охуел? Шо, сука, короче говоря, потом мы нормально поговорили, и по сути даже такой вот драки и не было. Просто, так сказать, поборолись, помахали кулаками, там я ему разбил губу, он мне попал в висок, в лоб. Так, ну короче, парочку синяками обошлись, а так-то все хорошо. Поэтому, друзья, девушки не главное, всегда мужская дружба на первом месте, так что все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, всем удачки и пока.